На каждую из десятка породистых хасок по 5-10 человек, желающих обнять. Нонсенс для выставки. Обычно трогать животных хозяева не разрешают. Привычное дело в формате пэт-терапии. Хаски – одна из немногих пород, общения, с которой приносит пользу человеку. Это очень добрые и очень активные собаки. Они к людям никакой агрессии не проявляют. Единственное, между собой четко определяют, кто из них старший, и все, младшие уже подчиняются. Задумка организаторов проста. Холеные ездовые дарят людям приятные эмоции. А те, в свою очередь, шанс выжить бездомным четвероногим. Причем схема оказалась рабочей. За несколько часов в поддержку фонда «Горячие сердца» удалось собрать 20 000 рублей. Плюс натуральная помощь. Люди приносят сюда корма, подстилки для животных, газеты. Конечно, этого очень мало, да, потому что животных, которые находятся, допустим, у содержания фонда, их около 50, да, плюс мы оказываем помощь тем животным, которые находятся в бедственном положении, допустим, на улице. Естественно, это малая толика того, что мы как бы можем оказать. Но хотя бы это, то есть все равно в любой вклад в наше вот это вот дело и наша помощь было бы очень неоценимым. Теперь подопечным фонда корма хватит на несколько недель. А это значит, что их жизнь продолжается. Акция у заводчиков получилась не только благотворительной, но и просветительская. Своим примером хозяева намекали – за собаками надо убирать. После импровизированной выставки газон у КЦ остался чистым. Подобные выставки под открытым небом собаководы планируют сделать регулярными. В рамках каждой будут собирать средства для больных детей или взрослых, в помощь сиротам или пенсионерам. Наталья Бернацкая, Наталья Спицына, Андрей Белый. Программа «Город».